भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब पर हाथ धरे вместе подняв руки. Еще раз громче. Прежде всего, моему Гуру Падападме, Нитилила Правишта Олнична Пата, Аштатарашата, Шри Шримад, Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Госвами Махараджу, я предлагаю свои бесконечные саштанга дандават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам, также моему Шикше Гуру Падападме, Нитилила Правишта Олнична Пата, Аштатарашата, Шри Шримад, Бхактивиданте, Шри Нараяне Госвами Махараджу. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также прошу всех вайшнавов и вайшнави принять мои поклоны, склоняясь к лотосным стопам бхакт преданных. Мы слушали катху повествование о читании Махапрабху. Почему именно о нем? Потому что бхакти к Раде Кришне не так-то просто обрести. Кришна изогнут в трех местах, поэтому бхакти его тоже не такое простое. Например, даже чтобы сказать «Кришна», вам нужно трижды изогнуть язык. То есть Кришна сам изогнут в трех местах, его имя изогнуто. Во Вриндаван, если вы отправитесь, там все улочки тоже изворотливые. Во Врадже есть баджан. Говорится, что Ямуна извилистая, мама Яшода тоже не такая уж простая. Все во Врадже неоднозначно, не прямолинейное, непростое. Поэтому Кришна Трибанга Лалита изогнут в трех местах. Он непростой, и все связанное с ним тоже извилистое. Шьямакунда, видели на Гирираджа Гавардана? Тоже она не прямая, не с равными углами. И как же нам обрести эту любовь к Кришне? Чтобы научить этому, сам Кришна, приняв настроение и цвет тела Шримати Радарани, не зашел как читание Махапрабху. И он сам, хотя и является Бхагаваном, принял форму садху, святого. Говорится, садо пая баракошта дживираджани. Цитата. Зачем исходит Бхагаван? Он знает, что в Кали-йогу очень тяжело встретить садху, подлинного святого. Поэтому парад парататва, парамбрама, то есть верховное существо, высший, которого нет никого, сам не сходит в этот мир и своим примером являет, какой должен быть садху, как он должен себя вести. Чтобы научить других, Господь поэтому не сходит как садху, чтобы подать должный пример. Сегодня утром мы слушали о том, для чего Господь не зашел в этот мир. Есть множество причин. Одна из причин, которую мы рассматривали, обсуждается в Бхагавад-гите. Ядахидахи дармасья. Цитата. Кришна говорит, о Арджуна, когда на этой земле, на Притхве, совершаются злодеяния в отношении коров, женщин, вед, садху, сант, когда их притесняют, то я сам не схожу в этот мир, чтобы защитить святых, преданных и уничтожить злодеев. Это одна из причин прихода Господа в бренный мир. Зачем же приходить самому Бхагавану? Ведь у него множество бхакт, преданных. У Бхагавана есть 6 аватар. И одна из них, Гурудев утром говорил, Шактявеша аватара. То есть он может уполномочить кого-то, наделить своей энергией. Зачем же ему самому приходить? Причина в том, что
преданные очень страдают в разлуке, в верахе с Кришной, и их не удовлетворит никто, кроме Него. Например, когда Кришна покинул танец расы, гопы начали петь «Гопи Гиту». Разве если бы какой-то преданный пришел, он бы смог их успокоить и исполнить желание их сердца? Нет. Только сам Кришна был нужен гопи. Или Друва совершал тапасию аскезы. Если бы Бхакта преданный пришел к нему, Друва был бы удовлетворен? Нет. Такура же дает свой даршан, чтобы сердце преданного освободилось от боли разлуки. Прахлада Махарадж сказал, что Нрисимхадев присутствует и в колонии, и Нрисимхадев ради него появился из этой колонны. Поэтому, чтобы избавить преданных от боли разлуки, Господь нисходит в этот мир. Также Он приходит, чтобы установить дхарму. Иногда Он посылает для этого преданных, но также делает это и сам. Например, наш Гурудев Прабхупада проповедовали повсюду вани, послания Господа, Его учения. Но есть дхарма, которую кроме Бхагавана никто не может установить. Например, Кали-йога. Необычное время. До Махапрабху не зашел Адвайта Ачарья. Кто такой Адвайта Ачарья? Это сам Садашива, Махавишну, необычная личность. Он понимал, что дхарма в Кали-йогу — это Харинама Санкиртана, и он мог проповедовать Харинама Санкиртану. Но эта Кали-йога необычная, которая сейчас протекает, это Дхани, благословенная Кали-йога, она наступает один раз в день Брахмы, то есть один раз в 1004 йог. Поэтому в эту благословенную Кали-йогу хотят родиться даже полубоги и те, кто рождались ранее в Сатья-Трета-Двапара-йогу. Сатья-йога именуется Критти-йогой, что означает, что дхарма соблюдается. Сатья-йога, она стоит на своих четырех столпах. Нет ничего неблагоприятного, оскверняющего. Но даже люди из Сатья-йоги хотят родиться сейчас в эту благословенную Кали-йогу. А Трета-йога именуется Рама-раджа, то есть правление Рамачандры. Под его руководством не было никаких бед. Все жили счастливо. Рама понимал язык даже животных и птиц. В его дворец могли прийти даже животные и птицы, посетовать на свою жизнь. И Рама решал все проблемы, устранял все страдания от Адхиатмика, от Адхидавика, от Адхибаутика, страдания от себя, от других живых существ и от полубогов. Вот сейчас коронавирус. Во время Рамачандры были ли подобные заболевания? Нет. Поэтому мы говорим Рама-раджа. То есть правление Рамачандры идеальное. Он мог, как Верховный Господь, сказать: «Эй, Индра, давай-ка, поливай дождь». И Индра слушался. Либо он сказал: «Все, Индра, заканчивай лить дождь». И Индра подчинялся, потому что это Верховный Господь приказывал Рамачандру. Но даже люди, которые жили в Трета-йогу, мечтают родиться сейчас и под руководством Махапрабху совершать бхакти. В Двапара-йогу пришел Кришна. А Кришна кто? Это необычная личность. Брахма же молится: ахо бхагьям нандра гопа ваджаукасам. Цитата. Пурна Брахма Санатанам. То есть Пурна Брахма Санатанам, он полный, он вечный. И когда пришел Кришна, дхарма также была на своих четырех столпах, не было адхармы. Но даже люди из Двапара-йоги хотят родиться сейчас в эту благословенную Кали-йогу. Почему? Потому что это благословенная Кали-йога. Адвайта Ачарья понимал это. Он понимал, что благословенную Манджари-севу, Никунджа-севу для Радарани может дать только Шичинандана Гаура Хари Махапрабху и никто другой. Мы слышали, что Махапрабху — это сам Кришна, который не зашел в Кали-йогу украшенным настроением Шримати Радарани и ее цветом тела, чтобы восстановить Дхарма Самстапанадхай, Самбавами Йоге-Йоге. Возникает вопрос, где родился Махапрабху? На берегу Ганги. Были в Навадвипе? Кто был? Есть там Ганга, видели? Махапрабху родился на берегу Ганги. Прабуджев тоже были в Ганге? Итак, на берегу Ганги Такураджи Господь принял рождение. Он родился в таком священном месте, но его бхакты, преданные, родились очень далеко. Где? Там, где даже Пандита Варджита Стан, туда, куда не ступали стопы пандавов. Место очень важно. Слышали, например, историю Шравана Кумара?
Он помогал своим родителям, носил их, чтобы они могли совершить паломничество, посетить разные святые места. Но однажды он зашел в такое неблагоприятное место, что его ум помрачился, и он начал ругать родителей. «Да я на вас всю жизнь работаю, служу вам, ничего в жизни не видел, не женился, счастья не испытал, никаких наслаждений нету. Да ну вас, оставлю я вас и уйду». Родители были просто в шоке, услышав такие речи. «Ничего себе, как сын заговорил, почему же его ум так изменился?» И они догадались, наверняка это влияние места, в котором мы находимся. Это греховное место, нехорошее, неблагоприятное место. Поэтому они сказали: «О, сынок, пожалуйста, хорошо, оставь нас, только одна просьба, перенеси нас на другой берег реки, а потом ступай куда желаешь, хорошо. Ну, а потом я вас оставлю. Хорошо, хорошо, только перенеси нас». И как только Шраван Кумар перенес их на другой берег, сразу его ум пришел в порядок. Он заплакал, припал к стопам родителей. «Как же мой ум так помрачился?» — сказал Шраван Кумар. «Почему я перестал служить своим родителям?» Он заплакал и начал раскаиваться. Родители утешили его: «Не переживай, сынок, мы поняли, что это неблагоприятное, греховное место, поэтому твой ум был помрачен». Но Махапрабху своих бхакт как бы вдохновил родиться в таких отдаленных местах, куда не ступали даже стопы пандавов. Для чего? Чтобы они очистили их. Потому что если Шудха Бхакта, чистый преданный, рождается, то место вокруг очищается. Вриндаван Дас Тхакур говорит: «Хей Джей Джей Коля», цитата. Посмотрите, какая слава у преданных. Джей Деша, Джей Куля. В какой Деше, на какой земле, стране, в какой куле, семье вайшнав рождается, все вокруг очищается. Но нужно именно быть вайшнавом. Что значит вайшнав? Кто получил вишну мантру, то есть дикшу, у кого есть кантимала, тила, кто повторяет имя Господа, следует бхакти Господу. Это вайшнав. И если в семье всего один такой вайшнав, то очищается сколько поколений? Нарисимхадев говорит, что 21 поколение. Сколько? 21. И родственники со стороны матери, и родственники со стороны отца. А в одном писании говорится, что 108 поколений очищается. То есть и 21 поколение, и 108 поколений. То есть все и дяди, и бабушки, и все родственники. Такое благо получает род, если хотя бы один истинный преданный приходит в этот род, рождается в нем. А что говорит Вриндаван Дас Тхакур? Тахара Прабхава Лакша Йоджана Нистара. Насколько могущественна сила преданных, если бхакта, преданный, без двуличия, искренне поклоняется Господу, хочет только прему, ничего другого, никаких мирских желаний у него нет. Если он хочет только шудха бхакти и совершает только чистое подлинное служение, то на 100 000 йоджан очищается пространство вокруг него. И когда он смотрит, то насколько далеко простирается его взор, это пространство очищается. Почему? Потому что своими глазами он всегда созерцает Господа. И поэтому, когда он смотрит вокруг, все очищается. Когда он поднимает руки в танце, то полубоги на сварге в райской обители получают благо. Когда его лотосные стопы касаются притхви земли, то она чувствует себя благословенной. «Ахо, Бхагья, как же я удачлива! Лотосные стопы вайшнава касаются меня, — думает мать земля». Поэтому Махапрабху вдохновил преданных родиться в разных местах, чтобы эти места очистились благодаря их рождению и обрели благо. Поэтому Бхагаван и устроил так, чтобы преданные родились в разных местах, чтобы вся земля была очищена, чтобы вся земля погрузилась в бхакти, в расу према бхакти. Здесь, раз преданный есть, то и Бхагаван будет, и послушаем побольше о Бхагаване завтра.